Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я буду делать очередной осенний декор. Конечно же, с помощью такой заготовки можно сделать декор и новогодний, но мне захотелось сделать его осенним. Давно я покупала такую основу и решила, что хватит тянуть. Долго я тянула, так что если вам интересно, что получится у меня в итоге, оставайтесь со мной. Вот такая основа автомобиля у меня есть, она сделана из плотного спрессованного картона, и для вас я этот автомобиль просто перерисую на бумагу, и ссылку на этот шаблон оставлю в описании к видео. Также все шаблоны, все, что я делаю, есть в моей группе в Telegram. Переходите туда, подписывайтесь, там мы общаемся со всеми более плотно и на разные темы по творчеству. Мне хочется, чтобы некоторые детали автомобиля были более объемными. Беру фоамиран 2-мм и буду вырезать колеса, также сделаю дверь и борт автомобиля. Но борт можно было не делать, в дальнейшем я все-таки все позакрывала и не особо это видно. Приклеиваю я все на ПВА-клей. Все красить я буду белой художественной акриловой краской. Мне хочется сделать также на машине надпись, у меня есть трафарет, и делаю надпись с помощью трафарета. Также у меня есть наклейки, переводки, листики, которые как раз под осеннюю тему, тоже добавляю их. Также добавляю золотой краски, добавляя немножечко объема. Кстати, золотая краска, мне кажется, очень красиво смотрится в осенних работах. И сейчас у меня такой вид получается немножечко состаренного автомобиля, но тем не менее выглядит это, на мой взгляд, очень красиво. Сама основа у меня готова, и тут я начала думать, что я хочу сделать дальше. Конечно же, я дальше буду добавлять сверху декор, это будет осенний декор, искусственные цветы и тыковки. Можно туда использовать совершенно любой декор, можно приклеить елочку, сделать немножко другую цветовую гамму, и получится новогодний автомобиль. И знаете, просто подвесить не хотелось, поставить ее не поставишь, нужна какая-то подставка. У меня были ненужные пяльца, они были коричневого цвета, поэтому я подкрашиваю их белым и буду приклеивать. Диаметр пялец у меня 18,5 см. Снизу я приклеиваю заготовку, и тут я решила, что темный цвет ни к чему, поэтому полностью крашу в белый цвет и точно так же буду состаривать с помощью золотой краски.
Но все, что остается, это в принципе приклеить сами цветы сзади. Я сделала просто заготовочки из фоамирана, обклеила мешковиной. В дальнейшем я буду закрывать обратную сторону этим, но это не нужно было столько времени делать. Можно было просто вырезать кусочек картона или какой-нибудь ткани и просто обклеить. Поэтому на этом этапе я очень сильно просто заморочилась. Начинаю приклеивать с обратной стороны листья и сами тыковки. Также, чтобы с лицевой стороны приклеить весь декор, я приклеила ту самую заготовку, которую делала, и теперь буду все остальное приклеивать. И, как вы видите, борт на машине перестает быть виден, потому что я все закрываю декором. Поэтому тут тоже можно проработать немножко другие варианты, чтобы он был виден. Добавила весь декор, снизу завязала бантик и немножечко наношу белые краски. Делаю я это для того, чтобы немножечко всю композицию собрать в единую. Ну, на этом все. У меня получилась вот такая работа. Я надеюсь, для вас было очень интересным и полезным это видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, также на все мои социальные сети. Ну, а мы увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.